Белорусский композитор из города Бреста Эдуард Ханок. Ленинградский поэт Илья Резник. Давай поговорим. Весна, говорю. Она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю. Она говорит, ну и что же? Смотри, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и бьются над нею мошки. А я говорю, тебе пропою все песни мои, слушай. Она говорит, а я их не люблю, от песен болят уши. А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорит, ты сам, говорит, знаешь. А я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, о, да ты, погляжу, в речах своих стал смелым. А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говорит, давай говорить снова. Тогда говорю, весна, говорю. Она говорит, похоже. А я говорю, краса, говорю. Она говорит, ну и что же? Лай-ла-ла-ла-лай-ла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